вам искренняя просьба. Я вот так как работаю с картинами, да, показываю людям картинки, которые не движутся. Поэтому привык все время показывать, например, портреты, где в основном изображены красивые люди. И вот последнее время, когда у нас мероприятия всякие происходят, вчера был марш огромный, где были тысячи, десятки тысяч, пару сотен тысяч очень красивых людей. И вот я сейчас смотрю вокруг, и я вижу, нет контраста, вокруг очень красивые люди. С лицами... обезображенным интеллектом и с печатью духовности. Спасибо. И вот мне кажется, вы люди, картинки, да, вы не радио, вы телек. И вот эту картинку красивых людей, которых огромное количество у нас в стране, как оказалось, было бы так здорово показывать. Потому что каждый, который выпускает картинку в эфир, это ведь художник в какой-то степени. Да. Мне кажется, художнику очень важно выбирать ту натуру, которую он хочет показать своему зрителю. И я вам желаю, чтобы совсем скоро вы смогли показывать красивых людей на своей работе. Спасибо!